Золотая рожь поспела, уборочная кампания в разгаре. В Чердаклинском районе средняя урожайность составляет 51 центнер на гектар. В этом году ценная культура бьет рекорды по количеству. По сравнению с 2019-м разница колоссальная. Намолот прошлого года, 100% значит, намолота, составлял 146 тысяч тонн. Я, как уже сказал, значит, в этом году, значит, 61% мы уже намолотили, значит, 149 тысяч тонн. Чтобы собирать урожай, необходимо правильное настроение. В этом уверены певицы из местного вокального коллектива. Они регулярно выезжают на поле, чтобы порадовать хлеборобов. Творческие дамы исполняют народные песни на русском и татарском языках. На таких больших вот это, полевых, конечно, работах мы с радостью выступаем. Мы очень любим своих тружеников, мы гордимся ими, гордимся их достижениями. На угодьях села Уразгильдина собирают не только рожь. На один гектар пшеницы пришлось 56 центнеров. Показатели отличные. Уборочная кампания пройдет за 10 календарных дней. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.